Доброе утро, у нас 10 часов утра, но на самом деле у нас утро уже давным-давно началось. Кто-то вот сидит, учится, уже и арабский сделали, и он математику сидит, ребенок учит, а кто-то сидит и тунеядничает. Вон книжку с ивритом положил возле себя, так она и лежит. И пока никто за нее не брался. Хорошая погода, жаркая, как всегда. У нас по-другому не может быть. У нас сейчас неделя свадьбы. Я вчера немножечко так поснимала. Сегодня у арабов это так, да, свадьба длится целую неделю. Без перерыва. От воскресенья до субботы. В субботу у них, по-моему, венчание. И вот это будет уже последний день свадьбы. У нас тут опять мусора понабрасывали. Но здесь вроде еще пока чисто. Вот тут возле машин. Как мы помыли, так и есть чистота. А там уже опять понашвыряли мусора всякого. Сегодня, кстати, душно. Вчера погода была лучше, был ветерок, а сегодня нет. Ждем, ждем, пока уже пройдут эти медузы. Уже надоело, хочется на море. Я сижу лохматая, нужно идти причесываться, потому что вчера помыла голову. Вот, не высушивала ее, только, знаете, смазала муссом, сделала такие небольшие волны. И сегодня это просто трэш. Вот чувствую, здесь у меня прям тут вот такая вот, как это сказать, не знаю. Короче, узел такой волос, который нужно распутывать. Вот так. Отчет по моему похудению. Кстати, я уже, наверное, где-то 3 дня не взвешивалась, но у меня сейчас вес прыгает, то есть 175 900, потом 76 300 грамм, 76 400 грамм, ну вот так, короче, пока что этот вес у меня прыгает, но ничего, я знаю, что он стабилизируется когда-нибудь, вот как у меня было перед этим, и будет все нормально, все хорошо. Вот главное, что я также, ну, не ем сладкое, но мне в принципе не хочется сладкое, ем маленькими порциями. Вот, хлеба практически не ем, не практически, а не ем хлеб, мне тоже не хочется его есть, вот, и все, ну и сладкое я уже сказала, да. А так я все ем, там, супы, рис, мясо, овощи, фрукты, все ем, и пытаюсь вечером тоже как-то не есть, ну, после 6, после 7, ну, в зависимости тоже, когда мы идем ложиться спать, мы обычно очень поздно ложимся спать, то есть это в час, тем более сейчас у нас неделя свадьбы. Вот, поэтому вечером как-то пытаюсь, но, да, что у меня появилось? У меня появилось хотение пить газовые напитки, то есть там Фанта, Кока-Кола, Спрайт, ну, естественно, я не пью это там литрами или, знаете, типа пол-литра. Если мне и захочется, то я могу себе налить, ну, прям вот так очень, очень сильно хочется, и налью себе полстакана, и полстакана, да, я могу в день выпить там или Фанта, или Колы, что у нас там будет дома. И вот не сок именно, я, знаете, такие сок, просто сок, не газовый, мне такие не хочется, мне хочется именно вот с газом. Поэтому полстакана в день я себе, и то не каждый день, естественно, но вчера вот муж ужинал, и у него была Фанта на столе, мне очень захотелось, я налила себе полстаканчика, вот, и выпила эти полстаканчика. То есть не там какие-то там, знаете, зажоры, что я сижу, прям ставлю эту бутылку возле себя и начинаю пить, нет, нет, такого нету, но если мне захотелось, я себе не отказываю. Полстакана наливаю, мне хватает, чтобы, вот, как говорится, убить вот эту вот оскол, то, что я хочу, знаете, ну, то, что вот это вот хотение свое. Вот так-то. Что у меня происходит сейчас на учебе? У меня такое, знаете, будет видеоотчет за неделю. Вчера я была на учебе, сегодня у нас вторник, вчера был понедельник. Вчера нашей учительницы не было на уроке, вчера мы вообще закончили в 11:30. Вчера я делала аппарат... аппаратный маникюр и нанесение лак-геля у нас было. Я брала племяшку своего мужа и делала ей. Вот. Получилось нормально, хорошо, но все-таки аппаратный маникюр, но, может быть, у нее сильно тонкая кожа. Минутку, нам нужно тут математику проверить. Данилька закончила, я сейчас ему проверю и вернусь, расскажу вам, что у нас происходит на учебе. Данилечка, все у него правильно, он все правильно посчитал. Умничка, зайчика, да? Математику проверили, вернемся к моей учебе. Так вот,
Вчера мы закончили в 11:30. Наша учительница уже не была с нами на уроках, потому что она там позвонила в школу, в колледж в этот, и сказала, что она поехала в больницу, у нее там начинаются схватки, не начинаются схватки. Ну, короче, я не знаю, что-то она там почувствовала и поехала в больницу. Поэтому завтра неизвестно, что будет, кто с нами будет на уроке, кто нам будет урок вести. Как раз наша учительница, она должна была с нами быть до френча. И мы так надеялись, что она будет с нами доходит, то есть доносит до френча, но, к сожалению, нет. И теперь нам будут менять учительницу, или не знаю, кто-то ее будет замещать, но я надеюсь, что все будет нормально, и что будет все нормально, что мы все-таки выйдем из этого курса и будем что-то знать, будем знать работать и так далее, потому что не хочется просто так заплатить деньги, вот, и выйти, знаете, как говорится, ничего не зная. Вот как вчера моя сестра бедненькая поехала к одной девушке, сделала она ей коррекцию ногтей, накрасила ногти. Это что-то с чем-то. Я вставлю фотографию, вы посмотрите на этот ужас. Я была просто в шоке, и за эту работу она еще заплатила деньги. Мангал. Сейчас не будет тель. Вот, видите, мангал. Делали вчера шашлычки. Там, кстати, 3 мангала стоит. Вот, сегодня я не знаю, что они будут делать. Но, наверное, сегодня будет отдых, потому что завтра Зяня в среду. Вот Зяня будут делать вот здесь, ну, вот на этой нашей площадке. Они ее почистили, помыли, лампочки здесь повесили. Здесь будут ставить столы. И Зяни это свадьба мужская. То есть это свадьба жениха. Вот так, если можно сказать. Вот, так что сейчас я вставлю видео. Это было второй день свадьбы, понедельник. И вот так это все происходило рядом с домом. Поснимаю, покажу вам, как это все происходит. Заправила стирочку. У меня, в принципе, нету много стирки. Но думаю, ладно, не буду собирать. Иногда люблю собирать, потому что все-таки у меня 8 килограмм машинка. Вот, и просто так, знаете, ее гонять туда-сюда, пустой барабан, не очень хочется. Поэтому, но сейчас нормально как раз. Не полная и не пустая. Знаете, как говорится, наполовину полная, наполовину пустой.